Мы все идем пока к машине. Пойдем. Да. Вот такой вход. Тоже ресторанчик. Я говорю, тут ресторанчиков столько много, где перекусить можно. Очень много. И вот сейчас мы выходим с другой стороны. Но мы специально так загулялись, что выходим с другой стороны и покажем вам полностью весь этот торговый центр и снаружи, и внутри. Вот, нам туда надо, вон стоянка, видишь? Вот какой формы. Вот Рига Плаза. Сейчас отойду маленечко. Я буду отходить. Ты там меня страхуй сзади, чтоб я... Вот и покажем вам. А тепло как, друзья, какая теплынь стала. Вот с этой стороны мы снимем вам. Ну, идем теперь к машине. Вот эти вот сумочки, коробочки свои, то, что купили, выложим. Потому что неудобно, когда руки заняты. А я тем более снимаю, у меня только одна рука. И в итоге я не могу вообще ничего носить. Потому что мне надо нажимать. Вот на улице. Пожалуйста, красота, тепло. Тепло, светло, солнышко на небе. Вон, смотрите, какая красота. Ну, мы приехали совсем мало, машин мало было. Сейчас стоянка уже заполнилась. Да. Ну, сегодня, друзья, точно прям как даже не верится. Такое тепло, как летом. Просто не верится. После таких дождей, можно сказать, холодные дожди. Ну, что это, 12 градусов днем. Ой, как тепло. Ну, градусов 20. Ну, каких 23-25 точно есть, да? Даже с ветерком. И все равно очень тепло. Просто мы отвыкли от этого тепла. Без ветра было бы жарко, Наташа говорит. Сейчас сходим мы к речке, потом подойдем к Даугаве. Вот с той стороны вам снимем направление движения. В ту сторону. Вот муку сало съела. Бекин сало ела. И Карля Ульманя Гатве. Вот в этом направлении мы сейчас пойдем. В этом направлении пойдем. В той стороне река Даугава. Сейчас пройдем немножечко. Как мы вам и говорили, мы полностью покажем вам снаружи. Вот у нас такой план с Наташей был, показать вам этот магазин со всех сторон. Мы заходили вот здесь. Все, идем дальше. Здесь уже такой, похоже на сквозняк. Вон они, 3 икса. Мы сейчас хотим взять по мороженке с Наташей. Вот на стоянку заезд, видите? Это вот, видишь, стоянка. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А мы с Наташей сейчас зайдем вот в эту максимум 3 икса и возьмем мороженого. Вот какая большущая стоянка. Зато машина не нагреется. Ну, походу, не знаю. Скорее всего, наверное, платный этаж, да? Ну все, мы заходим в магазин. Зашли теперь. Наташа спросила. Сок себе хочет мороженый. А я вот не знаю. Что себе взять? Может быть, вот этого взять? Это же полз. Такой вот. Полз пломбир. Вот такой вот.
вот такой, вот смотрите, маленький совсем. Я вот ценники тоже вам буду показывать. Волк вот такой вот. На палочке. Ой, точно. Вон, Наташ, я нашел себе полс. Ой, мой любимый. Нет, нет. Давай я вот этот возьму. Вот 69. Он стоил 99. Давай я вот этот себе кину. А то, что две? Ты две не съешь. А ты хочешь две? Две съесть? Думаешь, съешь две? Вот такие вот здесь мороженки. Ну, вы знаете, вы просто сейчас после, как говорится, ресторана хочется что-то сладенького. А, вот такие вот, Наташа говорит. Вот такие мороженки. 79. Ванильный. Это вот пломбир. Карамельный. Всякие, во. Это мини-мороженки. Ну, кто-то... 39 центов, Наташа. А, вон там, да, я вижу. Вот, зашли мы в отдел. Только мороженое взять себе и уходим. Все. Мы себе взяли мороженое, уходим. Не хочешь кого? Нет, 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 нет. Все. Уходим с мороженым, уходим. Смотрим. Здесь такие арбузы огромные, смотрите. Какие огромные. А цикмакс арбуз? А здесь цена есть? А, вот она, вот цена. Большущие, да. Вот сладких мы брали. Да. Вот я попробую. Ой, какие сладкие, точно. Как мед. Ой, какая красота. Ну, по 3 евро. Черешня. Ну, эти ягоды 5,50, 2,75. Это по 500 грамм. По 500 грамм, друзья, по 500 грамм. Все. Все по 500 грамм. Да. Это магазин Максима. Все, мы выходим. О, Наташа уже мороженку кушает. Мы идем на выход. Все правильно, мы идем. Мы идем на речку. Вот такой ветер, как в трубе. Вот мы выходим. А теперь он опять этот телефон бросает. Смотри, смотри. Мы в магазине их видели, он бросает телефон. Опа! Это реклама телефона. Да, мы их снимаем. Молодец. Вот какая лестница, смотрите, здесь. Ой, Наташ, нам надо обходить. Все, идем дальше. Вот немножко решили зайти, показать вам, какие огромные стоянки здесь, смотрите, закрытые. Под номерами. И вот обозначение. Рига Плаза, вот, пожалуйста, смотрите. Рига Плаза. Огромные-огромные стоянки. Вот здесь тележки, когда выгружаешь машину, все, ставишь сюда тележки. Вон там вход. Но здесь сразу Максима начинается. Продуктовый магазин. Вторая лестница. Ой, даже третья. Первую пропустил, да. Вот так вот мы идем. Это вокруг. Вот сейчас мы поворачиваем. Да. И идем дальше. Ну, магазин огромный, просто огромный. Огромный магазин. Это здесь они заезжают, выгружают, и я вам туда вон пошел, до самого забора. А нам надо идти вот куда. В сторону реки Таугавы. Вон там ее видно уже отсюда. Это улица Бекен Салас Ела. Вот здесь аккумуляторы, центрс, автосервис здесь. Ну что только нету, друзья.
Так что сегодня мы с Наташей экскурсию сделаем большую. Покажем вам. Это все мы сейчас гуляем в районе торгового центра, вот вокруг. Решили показать вам, что здесь находится рядом, в ближайшем районе. И как раз смотрите, вот почему я хотел сюда подойти, к реке. Ой, какая собачка, смотрите, ой, какая собачка. Вот такая собачулька. Вот Рижская телебашня. Видишь? Эти самокаты тут стоят, пожалуйста. Болт. Сейчас мы туда подойдем. Ну вот мы с Наташей вышли отсюда. Вон он, Рига Плаза, вон он. За деревьями. Мы сюда подошли, а ребята здесь эти, как они называются-то, пауков или сеточки какие-то кидают. Вот она река. Прямо напротив телевизионной башни. Вот она. И два пацаненочка тут рыбалкой занимаются. Вот хоп. И кидают. Молодцы. Сейчас я вам башню поближе покажу. Вот она. Вон в той стороне старая Рига. И там железнодорожный мост. Мы можем даже до железнодорожного моста дойти. Нет, я не пойду. Не пойдешь? Далеко. Так, ну, да, вон там отдыхающих сколько на острове. Целое море. Ну что, ребята, поймали что-то или не поймали? Я опущусь туда по ступенькам. Опа! Поймал? Вот они, вот, да, они мальков ловят. На живца, наверное. На живца, да? Малек? Ну ладно. Молодцы. Возле речки хорошо, так прохладненько. Тепло сегодня, тепло. Ну как мороженое, Наташа? Холодное. Как холодное? Вот так. Сейчас я покушаю, приду. Холодное, потому что в холодильнике было. Ну да. Это мы все показываем вид с набережной вот этой левосторонней реки Даугавы. Тут такой приток. Ну, вот теперь мы обратно идем с этой, с берега реки. И вот видим обеденный ресторан, пожалуйста, смотрите. Вот такой вот. Обеденный ресторан, там написано. Вот здесь немножко прогуляемся. Это все мы возле торгового центра Рига Плаза. В окрестностях. Здесь магазин сантехники есть. Я там дверь открыли, зашли немножко, 5 метров. Ну, нам это не надо, понимаете, пока. Все не захватишь. Главное, будете знать, да, там сейчас акции 40-30%. Сантехника там. Унитазы, умывальники и так далее, и тому подобное. Это все мы возле Рига Плаза. Вот сейчас вот выходим за этот угол. Вот он, Рига Плаза.